Я приветствую вас, дорогие мои, и мы сегодня гадаем на песке. Этот песок я набрала на пляже в городе Избербаш в Дагестане. Привет, Избербаш, от меня. И решила попробовать сделать предсказание на песке из Дагестана. Это древнее гадание, можно делать его на соли, а мне вот захотелось именно на песке. Можно делать на песке, можно делать, зажгли благовония, свечи, можно делать на любых других сыпучих, но песок это все-таки природный материал, связанный с морем, и он нам обязательно скажет всю правду. Итак, какой вопрос мы с вами зададим? Давайте, кто о вас чаще всего думает? Итак, дорогие мои, сконцентрируйтесь на себе, расплетите руки, ноги, и мы начинаем. Кто о вас чаще всего думает? Тут даже ракушечки, камушки попадаются. Как здорово! Я сразу окунаюсь в атмосферу отдыха на море. Кто о вас чаще всего думает? Давайте смотреть. Смотрите, вот здесь вот у нас просматривается пламя. Возможно, это человек огненной стихии. Человек, с которым вы, возможно, либо пара, либо были парой, либо желает вступить с вами в пару. Человек, который, находясь рядом с вами, испытывает чувство удовлетворения и гармонии. Человек очень похож на мужчину крупного телосложения, довольно высокий, шатен, с мелкими чертами лица. Мужчина этот с вами не вместе, либо на расстоянии, либо в ссоре. Мужчина этот хотел бы принести вам, знаете, какой-то подарок, хотел бы вас чем-то обрадовать. Мужчина, который хочет сгладить ситуацию, хочет убрать препятствия между вами. Мужчина много о вас думает и думает в положительном ключе. Вы знаете, я хочу сказать, что этот человек даже как-то вот вами оморочен. Вот здесь вот луна просматривается. Знаете, как будто вот как, когда думает о вас, как будто какой-то чувствует себя каким-то пьяным, да, как будто вот он выпил зелье какого-то приворотного. Мужчина надеется на что-то в отношении вас. Так. Угу. Я вам хочу сказать, здесь вот глаз просматривается. Мужчина этот за вами подсматривает где-то, возможно, в соцсетях, возможно, в подзорную трубу. Шучу. Соцсети, конечно же, тут просматриваются, но ему не всегда известно про вас то, что хотел бы он знать. Вы либо ограничиваете ему доступ к информации о вас, но, возможно, у него есть ваши фото, на которые он тайно любуется. Вы знаете, я вам хочу сказать, что это фото, он даже губы просматривается, он даже иногда целует. Какой романтичный к нам пришел герой. И тут же как-то себя ограничивает. Девочки мои, кто узнал своего мужчину? Смотрим дальше. Остальные, если не резонирует, пролистываем. Вы знаете, а вот тут просматривается какая-то, вас что-то связывает, очень впечатляет
его и вас воспоминания о такой какой-то няшности. Может быть, он вам дарил мишку какого-то или зайчика, был подарок. Ха, как интересно. Мужчина хочет интима с вами, хочет вас целовать. Интересно, а будут весточки от него в ближайшее время? Период загадывайте сами. Вы знаете, по стреле весточки будут. Вообще, вот эта веточка большая, очень похожа на клевер. Мужчина на что-то надеется. Может быть, вы его отвергли, а может быть, вы в ссоре, и мужчина на что-то надеется. Когда он вспоминает какие-то эпизоды, он начинает хмуриться. Начинает хмуриться. Кстати, у этого мужчины такое, знаете, не то что нос картошкой, но такой довольно крупный нос. И очень, очень возможно, что носит усы, либо носил. Растительность такая на лице присутствует. Что еще? Кто еще о вас думал? Думает очень часто. Вы знаете, тут есть, просматривается по легкости. Кто-то о вас думает, с кем вы связаны. Якорь просматривается, возможно, по работе. Это еще один человек. И этот человек как-то легкомысленно к вам относится. Может быть, к своим обязанностям параллельно вы выполняете, вы работаете больше, он меньше, получаете одинаково. Так, что еще? Что еще? Кто еще о вас думал? Кто еще о вас думал? Так, дорогие мои, а здесь просматривается Лилия. Это может начальство. Это может, знаете, человек, который выше вас по статусу. Это может быть представитель рода, отец, мать, дядя, тетя. Тоже кто-то хотел бы либо обратиться к вам с просьбой, либо дать совет по поводу вашей просьбы. Кстати, этим советом не надо пренебрегать, совет мудрый. Так, ожидает вас какая-то весточка в ближайшее время. Птичка здесь просматривается. Весточка о чем? Давайте смотреть. Вы знаете, вот такой, как будто бы, знаете, как будто бы к вам летит воздушный поцелуй. Прямо вот на крыльях любви к вам летит воздушный поцелуй, воздушный поцелуй. Так, вижу я еще один глаз. Это глаз женщины. А женщина, которая как-то недобро улыбается, думая о вас. Не с добром как-то. Что это женщина? У этой женщины узкий лоб и волосы назад. Возможно, круглые серьги носит какие-то. Дорогие мои, эта женщина как-то вот опасна. Надо подумать, кто это, и защититься. Дело в том, что, смотрите, вот прям камушек вылез, и вот от этой женщины вот в ваш адрес летит камень. То есть не только человек, который относится к вам с симпатией, сейчас много думает о вас, но еще и какая-то врагиня.
какая-то врагиня. Возможность защититься у вас есть. Она не так близка к вам. Вас, знаете, на какой-то она недовольна вами по поводу какой-то любовной тематики. Может быть, вы соперница, может быть, вам нравится один человек, может быть, вы боретесь за внимание одного человека, либо желаете вместе, чтобы этот человек обращал на вас внимание, и вот она видит вас конкурентку, серьезно. Так, про весточку я уже говорила. Ну вот, мои хорошие, наверное, все. Уже начинает тут видение повторяться. Я желаю всем разобраться с проблемами. Я желаю всем встретить того, кто о вас думает, кто желает вам сделать какой-то подарок, либо уже его сделал не так давно. Возможно, вы знаете, о ком я сейчас говорила. Не забудьте подписаться. Я всех вас обнимаю.